Приветствую, друзья. У нас предпродажная проверочка видеокамеры от компании GVC. Моделька у нас GZ-HM200. Это у нас Full HD видеокамера. 50 кадров в секунду пишет. Даже на ней есть наклеечка YouTube One Touch Upload. То есть сразу возможно загружать на ваш канал YouTube. Давайте по коробочке, по бырику рассмотрим. То есть два слота по SD карточку на ней есть. Laser Touch Operation, One Touch Export, то есть загрузка на YouTube 24 мегабита в секунду рекорд, Face Detection, распознавание лиц. Так, в общем, комплектация у нас на столе, кроме там всяких еще пакетиков и прочего я не доставал. Собственно, у нас идет блок питания для зарядочки, это вся родная комплектация, его аккумулятор. Аккумулятор живой, держит довольно долго. Я камерой думал видосы для YouTube сам писать, но при отдалении, ну, скажем так, где я писал зимой видосы на этот канал с видеообзором, угол обзора при максимальном отдалении мне не хватало расстояния. Я в маленькой комнате снимал, там от стенки до стенки примерно 2 с копейками метра, и приходилось камеру ставить впритык к другой стенке, а телевизор с игровой приставочкой к другой. В общем, было некомфортно. У камеры GoPro там практически 170 градусов угол обзора, поэтому вернулся я к записи на GoPro. Хотя здесь качество звука, именно запись звука, намного лучше, и пишет камера в стерео режиме, микрофоны находятся рядом, в общем, качество звука намного выше, но не судьба, и приходится камеру продавать. Вот такой вот у нас еще шнурочек с RCI разъемами, потом вот такой вот еще разъемчик с RGB, пультик есть. Я даже, кстати, не проверял. Не знаю, живая ли батарейка, пультиком не пользовался. Он, походу, с завода не распаковывался. Видите, еще запакованный с завода. Вот такой вот аккумулятор идет. Аккумулятор сейчас не вставлен. Давайте я телефонный штатив закреплю. Секунду. И покажу вам чуть-чуть по самой камере. Не, ладно, аккумулятор вставлять не будем. Камера практически идеальная. Единственное, ну, здесь глянец и остаются чуть-чуть отпечатки пальцев. Я ее сейчас не вытирал. Dual SD card slot, One Touch. Ну, в общем, в принципе, мы это уже видели. Дисплейчик здесь сам не сенсорный, но сенсорные кнопки и сенсорная панель. Вот это вот очень прикольно. Так пальцем водитесь. Здесь у нас разъем для вот этих вот штекеров. Плюс есть микро HDMI. То есть в комплекте кабеля нету, но кому нужно, можно прикупить. Этот и вот этот кабели идут в комплекте. Upload, Export, Direct, Disk, переключение фото-видео, Record Play, кнопочка выключения. Камера сама включается при открытии вот этой крышки. Сверху у нас разъем под две SD-карточки. Сейчас установлена 2-гиговая для проверки, для съемки именно вот этого видео. Вам карта в комплект не входит. Я ее поставил для того, чтобы у нас не писало, что карта не установлена. Сюда у нас ставится аккумулятор, я его позже вставлю. Просто сейчас, если будет он установлен, я буду открывать, камера будет включаться. HD сенсор, то есть матрица. Здесь у нас приближение, 20 крат оптический зум. Далее, так, что мы посмотрим. Здесь два стерео микрофона, Konica Minolta Lens, фокус 2.9-58, 20-кратный оптический зум. Снэпшот, это когда вы видеосъемку ведете, можете один раз нажать, и оно мгновенно, не прерывая видеосъемку, сделает фотографию. Здесь у нас ручечка такая, ну, то есть она на резинках, ее нужно вытащить, я уже не буду сейчас заморачиваться, чтобы не вставляться, она этот шнурок туда затягивает. Ну, вот видите, потом за этот шнурок вы вытягиваете, она становится назад. Здесь такой блокиратор вот есть, блокиратор попускаете, вытащили. Потом затянули, блокиратор нажали. Здесь у нас разъемчик USB, то есть можно сразу с карт памяти сливать на компьютер. Здесь разъем у нас под зарядку, вот эту вот, которая идет в комплекте. Снизу у нас одну к
кнопочка, чтобы снять аккумулятор, когда он установлен, и такой шильдик с характеристиками Victor Company of Japan, Japan Limited. Ну, в общем, вроде так со всех сторон показал. У данного экземпляра я его покупал в Германии. Он практически новый. Есть какой-то нюанс, я не знаю, с чем это связано. При закрывании, то есть когда вы камеру выключаете, вот эти вот шторки закрываются без каких-либо проблем, но с каким-то типа, когда они уже закрылись, я так понимаю, как-то или нарушен, или оно не воспринимает, что шторки закрыты, а мотор продолжает их еще несколько секунд закрывать, типа как тррррррр, и потом она отключается, как бы проблем как бы в этом нету, но такой нюанс есть. То есть, как бы, не знаю, дефект, можно сказать, да? В общем, я с этим дефектом ее и взял, из-за этого и цена дешевле, а так полностью запись, никаких проблем, я уже записывал. Так, мы ее включили, вот она у нас сейчас включена, давайте, вот там у нас манекен стоит, вот приближение, зум, никаких проблем, кнопка рекорд, вот у нас пошла запись, давайте на руку увеличу, да? Ну, как бы здесь очень близко для того, чтобы увеличить. Лучше это через окно делать. Ну, все, типа, работает отлично. Я говорю, даже чуть-чуть попробую поснимать камерой сам. Но вот, видите, вот сейчас метр от стены. Вот захват, угол мне не подошел. Так, запись мы остановим. Давайте перейдем в меню. Меню. У нас вот здесь есть русский язык, есть подсветочка. Здесь светодиод будет засвечиваться. И вот это вот мне нравится, да? То есть прикольно. Можно прокручивать. И давайте перейдем. Ой, я не ту кнопку нажал. Вот, выключение, видите? То есть оно закрыло, но при этом несколько секунд еще треск. Вот это наша запись. Окей, просмотрим. В общем, вот так, друзья, у нас так. Удалить. Текущий. Удалить. Вот так вот, друзья. Так, давайте я вам покажу. Ой. Спереди переключим опять на рекорд. Вот. У нас как бы открывается, никаких проблем. Я ее закрываю, она сейчас выключается. То есть она закрывает, но я говорю, здесь, наверное, какой-то датчик, что она уже закрылась. То есть их несколько секунд и выключает. Ну, не знаю, с чем связано. У меня что-то похожее есть на моей зеркалке, на которой я фоткаю. Там можно включить очистку матрицы при выключении. То есть с похожим звуком чистится матрица. Но здесь, как правило, матрица не такого вообще типа. Она меньше, ее чистить не надо. В общем, скажем так, дефект, но камера при этом полностью работает, никаких проблем нет. В общем, за обзорчик лайк с вас. Кому камера нужна, обращаемся, покупаем. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.